Два села на юге страны в шаге от локдауна. В селе Саицк Ушанского района с населением в 1800 человек за последние две недели выявили 28 случаев заражения коронавирусом. Там на срок до конца июня установлен спецрежим. Прекращена экономическая деятельность, исключение продовольственные магазины, автозаправки, аптеки и сельхозмагазины. По словам председателя района, состояние тех, кто контактировал с больными, по телефону отслеживают врачи. А полицейские будут контролировать, соблюдают ли они режим самоизоляции. Среди заболевших в Саиц и мэр села. Сейчас он находится в Кишиневской больнице скорой помощи. Если мы дойдем до того, что заболеет 1% от населения, то согласно постановлению от чрезвычайной комиссии, мы сможем принять решение о введении режима карантина. В селе Кангащик под Камратом до сих пор подтвердилось 9 случаев заражения, но симптомы есть у еще 250 человек, все они под наблюдением врачей. Закрывать выезды из села мэр не собирается. Это, наверное, был пик, и такая ситуация не только у нас в селе, но и в других населенных пунктах. И я думаю, что скоро пойдет все на спад. Жители села, это около 2000 человек, призывают не выходить из дома без острой необходимости. Мы закрыли парковую зону, мы закрыли спортивную зону. Мы всех бюджетников отправили на дистанционную работу. Мы сократили количество маршрутов, ограничили. Дезинфектанты, естественно, во всех магазинах находятся. Молдова входит в число стран Европы с наибольшим приростом заболевших. Всего в стране более 11 тысяч заразившихся.